вас Милана. Сегодня я еду к стоматологу. Вот в поликлинику сидим, ждем очередь. Мы ждем до 10. Этот доктор работает с 10. Папа устал ждать доктора и уснул. Он здесь будет 24 часа. Я сейчас была в другом кабинете, мне смотрели зубы. Сейчас идем обратно в том кабинете, там проверяют, на этом уже лечат. Потом мы еще ходили посмотреть. Там операции только делают. Много кабинетов. Я устала, уже есть хочу. Мы до сих пор еще не в больнице. Уже 10 часов. Уже почти 11. Вот последний кабинет ждем. Пришли 8:30. Укол в зуб делали. Вот я сейчас собираюсь в магазин, мне папа обещал что-то купить. Потом мы идем домой. Мы уже в троллейбусе едем. Нам одна бабушка подсказала, где остановка. Теперь мы знаем. Она даже показалась такой умной. Мы теперь ей очень благодарны. Вначале мы пришли только в больницу, пошли в 10 кабинет. Нам сказали идти в 2-й кабинет. Там у меня такой сканер, и сказали, что там хватит палочку, и потом вот эту штуку так крутил, но не до конца. Потом мы пошли в 13. Варенье и сделали укол. Потом я пошла снова в 10 кабинет. Мне вначале сверлили, потом поставили пломбу. Но я терпела, и когда засверлили зуб, это было очень больно.